Мы сегодня в Туапсе, славном городе-герое, в спортивном зале. И сегодня у нас на повестке дня снаряд, который называется гиря, простонародье. Это традиционно российский снаряд. Раньше он служил мерой веса, взвешивали вот этой штукой мешки с мукой, с сахаром. И потом постепенно он превратился в спортивный снаряд. Вот, и сегодня я продемонстрирую одно из упражнений, которое легло в основу так называемого гиревого спорта. Акцент на то, что гиря снаряд очень полезный и практически не растут от него мышцы, а только укрепляются сухожилия, связки. И таким образом ты развиваешься сам, не увеличивая излишне, как качок, мускулатуру, и развивается твоя сила. Вот это очень важно. Мы находимся опять же в Туапсе, в спортивном зале. Называемый гиря, он весит 32 килограмма, и это очень полезно, когда у вас плохое настроение, когда какая-то тоска сжимает сердце или что-то такое. Вы должны прийти в спортивный зал, взять гирю и выполнить вот это упражнение. Смотрите, оно делается так, очень простое российское старое упражнение. Берется гиря, 32 килограмма, делается рывок. Очень сильно помогает и от похмелья, и от каких-то расстройств, которые у вас происходят в жизни. Вы пришли в зал, взяли гирьку, поработали, позанимались. Я вам гарантирую, что настроение ваше улучшится в несколько раз.